Астры, бархатцы, петунии и новинки бегонии, гвоздики и георгины. В Губкинском стартовало масштабное озеленение. В год экологии высадят рекордное количество однолетних цветов на 25 тысяч больше, чем в прошлом. Работы уже начались. По традиции первыми расцветают клумбы в сквере имени Губкина. У озеленителей большая работа. В июне в Губкинском высадят около 150 тысяч штук цветочной рассады. Цветы украсят и клумбы, которые расставляют в городе.